ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوقنا عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجايم براتي سيوسترا بميلس الله سبحانه وتعالى في تريت دين سويشين وميست رمضان الحمد لله مستبراليس ميست نايفتار в честь нашего уважаемого шейха Саада Шатри. Помимо Аллаха Субхану Ва-Та'аля, на сегодняшний день, сегодня не только в Москве проводится ифтар от его имени, также в Махачкале проводится от его имени ифтар на 3000 человек, в Хасавюрте на 500 человек от его имени проводится ифтар, в Ингушетии на 50 человек, в Орловской области, в Карла Марксе 500, на 500 человек. Также в Ульяновске на 250 человек, в Казани на 350 человек, и еще в Киргизии, Бишкеке на 1500 человек. От его имени сегодняшний день проводится ифтар. Альхамдулилля. Также в Нигерии, вот Ризван Хаджи говорит, в Нигерии. Альхамдулилля. Благодарим всех организаторов, альхамдулилля, этого шатра, нашего уважаемого шейха, муфти Москвы, Ильдар Хазрат Аляуддинова, нашего уважаемого брата Ризван Хаджи. Курбанова. Пусть Аллах Субханаху примет этот ифтар от нашего уважаемого шейха. Что касательно тафсира, тех аятов, которые мы читали. Тафсир вообще, уважаемые братья и сестры, чтобы эти аяты сделать тафсир, это нужно несколько часов, но мы поверхностно возьмем, иншаллах, напомним, о чем же идет суть в этих аятах, в сурате Али-Имран. Во-первых, Аллах Субханаху ва Та'аля обращается к нам, к верующим, и говорит, «Я айюхалладзина аману, о верующие». Это называется «нида ушараф». Обращение почета. Самое лучшее, когда человек открывает Коран, может услышать там, прочитать «Я айюхалладзина аману» – «О верующие». В этот момент мы понимаем то, что Аллах Субхану ва Та'аля к нам с вами обращается. К нам это наша книга, Писание, которое Аллах Субхану ва Та'аля ниспослал на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, обращает. И как говорили подвижники, если Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит, и таких аятов много, «Я айюхалладзина аману» – «О верующие» – «Имма хайрун тумар, ау шаррун тунха». То в этот момент Аллах хочет тебе что-то приказать, то, что тебе принесет благо, или запретить то, что принесет тебе вред. Бойтесь Аллаха, субхану ва та'аля, так, как полагается бояться Аллаха, субхану ва та'аля, искренней богобоязненностью. Когда этот аят Аллах, субхану ва та'аля, ниспослал, было тяжко на сердца сахабов, ридван Аллаху алейхим, и сказали, о, посланник Аллаха, мы все не сможем бояться Аллаха, субхану ва та'аля, истинной богобоязненностью. Тогда Аллах, субхану ва та'аля, не спасал ая, фаттакуллаха мастата'тум, бойтесь Аллаха по мере своей возможности. То есть, то, что Аллах, субхану ва та'аля, приказал, выполняйте. То, что Аллах, субхану ва та'аля, запретил, оставьте, потому что приказ Аллаха принесет вам пользу, а запрет Аллаха принесет вам вред. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. После этого Аллах Субхану ва Та'аля говорит нам и постарайтесь умереть мусульманами, то есть покорными Аллаху Субхану ва Та'аля. Как понять постараться?
Как понять, мы должны умереть, когда мы знаем, наша религия, наша хидая зависит от Аллаха Субханаху ва Тааля. Стараться всю жизнь жить покорными Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ааша аля шейин мата алейх, ва ман мата аля шейин буиса алейх». Тот, кто на чем жил, на этом он и умрет. На этом он покинет эту дунья. А тот, кто на чем умер в этой дунья, ушел, на этом воскреснет перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Поэтому человек, который говорит, я не могу не молиться, я могу не поститься. Перед смертью, как часто раньше говорили, я скажу «Ля иляха илляллах» и зайду в рай. Не сможет он сказать «Ля иляха илляллах». Почему? Потому что он по жизни не жил «Ля иляха илляллах». По жизни он не жил. Если он жил на «Ля иляха илляллах», этими словами он покинет эту жизнь. А если на его устах были плохие, скверные слова, плохая жизнь была, вот то, о чем он думает, только как сразу, например, напугается, увидит ангел смерти, это он и скажет. Если были плохие слова, эти слова они будут исходить из его сердца, и на этом он покидает эту жизнь. После этого Аллах Субхану ва Тааля приказал нам, уважаемые братья и сестры, держаться вместе за верь в Аллаха и не разделяться. Верь в Аллаха, Коран и Сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Фаин таназаатум фи шайин фарудуху иля Аллахи ва ар-расуль ва ля тафаррагу». Не разделяйтесь, не разделяйтесь на разные секты. Будь держитесь вместе за Коран, за Сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Милости, которую Аллах даровал вам, ид кунтум а'да, вы были врагами по отношению друг к другу. И по милости Аллаха вы стали братьями. Этот аят Аллах не спаслал по отношению двух классов: с пророками, с шахидами, с правдивыми, с праведниками. И как прекрасно это соседство. Ва джазакум Аллах хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.